Нарешті здарилося. Шмітовський мост відкрили для руху. Праз 10 хвилин після відповідного доручення Володимира Цумарова по мості проїхався перший поток машин. Провели іспитання, значить, пустили транспорт гружений. Соответственно, провели, значит, замеры и потом уже провели расчеты, и они дали заключение, что мы имеем право пустить транспорт по Шмітовському мосту. Для руху открыта одна реверсивная полоса со светлофорным регулированием. По меркованию специалистов, затору быть не повинно. Ездить по Шмітовському мосту дозволено только легковым автомобилям и маршруткам. Тролейбусы, автобусы на данном этапе мы пока не будем открывать движение, но параллельно я сделаю в понедельник поручение. Мы увеличим количество маршруток, которые пойдут с той части сюда, в сторону по Шмітовському мосту. В настоящее время отрегулирован светофор на один режим, проезд 10-12 машин. Красный сигнал светофора где-то получается 40 секунд. В случае необходимости будем предусматривать увеличение либо уменьшение пропускного режима. Тим не менш, перший тиждень, можливо, щоденне припинення руху на півгодини. Спеціалісти будуть контролювати нагрузки на мост і безпеку дорожнього руху. Тим часом по сусідству протягуються роботи по реконструкції. Юра Прокопенко, Аліна Соловйова, Денис Бутилін. Новини регіону.